Гранит науки раскололся. В России побит рекорд популярности технических и естественно-научных кружков. Впервые на каждое направление записалось почти по 3 миллиона человек. Число школьников, посещающих подобные кружки, выросло на 30% за последний год. Это связано с тем, что возросли доступность и качество дополнительного образования. Сегодня в России существует более 350 тысяч технических и свыше 466 естественно-научных программ. Однако самое популярное направление в сфере дополнительного образования – это все еще социально-гуманитарные программы. Их посещают свыше 6 миллионов школьников. При этом, согласно исследованию Headhunter.ru, в 2023 году работодатели направили почти 1,5 миллиона приглашений выпускникам ведущих технических вузов страны. Это на 37% больше, чем в прошлом году.